Большая Васильковская, в прошлом улица Красноармейская, 45. Восьмиэтажный кирпичный дом. Вход во двор ограничен посторонним. Непосредственно в здании расположен магазин бытовой техники «Фокстрот». Рядом магазин «Меха». Окрестности шумные. Неподалеку ресторан, кафе, магазин одежды, магазин детских принадлежностей, театр опереты, стадион Олимпийский, торговый центр и другие объекты. Станция метро Олимпийская в нескольких минутах ходьбы. Дом в удовлетворительном состоянии.